Встречу за третье место проводят судьи Машков, руководитель ковра, Опойка на ковре, Бахтанов, боковой судья. Период выиграл борец в синем трико Замир Загорстоков, Москва.
По периодам счет 1-1. По окончании соревнований и награждений тренером, представителем команды, членом сборной команды России собраться на трибуне сектора Б. Thank you.
Победу и бронзовую медаль завоевал Василий Луков, Иркутская область, Новосибирская область.